Видимо, напрасно я опасался, что мне придется провести остаток своих дней в Болонском лесу. Здравствуйте. Мне кажется, я вас знаю. Вы знакомы? Вы из Казани? Ладно, что приехали. Мое почтение, господа. Хорошая борода. Дадите поносить. Господа, ну разве не удивительно, что убийца Лагрона не предпринимает никаких шагов против его преемника? Вот как вы считаете? Достал вас врасплох, да? Вы можете не отвечать. Андрей, ответьте. Право, не знаю, что сказать. А впрочем, ничего удивительного. Я тоже. Возможно, на то были причины, скорее всего, ha ha ha.